Ну что, Марк? С 10 до 4. Не успели мы сегодня прокатиться на колесо обзора, чтобы увидеть птичьего полета. Севастопольские бухты и город. Ну ничего, зато мы поели шаурму. Да, Даниэль? Давай, поднимемся сюда. Конечно, остается желать лучшего ухода в этих местах. Никто ни о чем не заботится. Я вспоминаю в Америке все вот парки, мемориальные комплексы находятся в идеальном положении. Везде дежурит постоянно полиция, государственные служащие. Охрана, все убрано, вылизано, выметено. Ни пылинки, ни соринки нигде нет. Здесь же, конечно, мусора, правда, нету. Но все в таком диком состоянии. Жалко, несколько минут мы не успели на колесо обзора.